Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о препарате панкреатин. Панкреатин выпускается в виде таблеток в картонной упаковке. Дозировка 8000 указывает на количество содержащихся липолитических, амилолитических и протолитических единиц. Панкреатин выпускается по 10 таблеток в блистере, по 2 или по 5 или по 90 блистеров в пачке из картона. Входящий в состав препарата панкреатические ферменты амилаза, липаза и протеаза облегчают переваривание углеводов, жиров и белков. При заболеваниях поджелудочной железы препарат компенсирует недостаточность выделения пищеварительного сока и способствует улучшению процесса пищеварения. Показаниями являются хронический панкреатит, муковисцидоз, состояние после удаления части органа или облучения этих органов, сопровождающееся нарушениями переваривания пищи, также при скоплении газов кишечника, диареи в составе комбинированной терапии. При состояниях после удаления поджелудочной железы, при нарушениях проходимости протоков поджелудочной железы или желчных путей. Для улучшения переваривания пищи у пациентов с нормальной функцией желудочно-кишечного тракта в случае нарушения диеты, а также при нарушении жевательной функции, вынужденном длительном обездвиживании, малоподвижном образе жизни. Панкреатин используется при подготовке к рентгенологическому и ультразвуковому исследованию органов брюшной полости. Принимают его по 1-2 таблетки во время еды, проглатывая целиком, запивая большим количеством нещелочной жидкости. Доза препарата зависит от возраста и степени недостаточности поджелудочной железы. Максимальная суточная доза – 15-20 тысяч единиц на килограмм массы тела. Противопоказаниями являются острый панкреатит, обострение хронического панкреатита, аллергии на компоненты препарата. Спасибо за просмотр. Будьте здоровы! Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.